Красивые обложки, модные фэшн-показы, сотрудничество с мировыми брендами и путешествия. А разве не мечта? А что, если все это можно воплотить в жизнь уже сейчас? Сделать шаг навстречу к самому желанному порой непросто и даже страшно, но попав в надежное место, все мечты могут стать явью. Модельное агентство Марии Бабкиной и Мэри Уэй – это гарантия самого высокого качества подготовки моделей 21 века. Его филиалы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, и это только начало. Здесь открываются двери каждому – начинающим моделям и тем, кто уже на опыте. Вне зависимости от возраста, пола, размеров и прочих стереотипных стандартов. Главная миссия агентства – раскрыть талант и потенциал каждого, кто стремится к своей цели и готов достигать результатов в мире моды и красоты. Мэри Уэй предоставляет бесплатное обучение и продвижение как на российском рынке, так и зарубежном. Не верите? Смотрите сами. Mary Way Model Show Dubai дает старт первому дню. Добро пожаловать в Арабские Эмираты. Это не сон и не сказка. Именно здесь, в Дубае, состоялся первый выезд модельного лагеря Mary Way, где пройдут незабываемые дни для тех, кто не побоялся своих желаний и сделал шаг навстречу к мечте. Все участники прошли кастинг модельного агентства, их ждут захватывающие приключения, съемки, показы и только самые яркие эмоции. Друзья, всем привет! С вами Мария Бабкина, директор модного модельного агентства Mary Way и основатель проектов Mary Way Model Project и Mary Way Model Camp. Сейчас мы находимся в Дубае, в доме известного дизайнера Ирины Кузнецовой. Наши девочки и мальчики, участники проекта Mary Way Model Show Dubai, уже прилетели и готовятся к завтрашней модной съемке. Завтра они будут участвовать в съемке в пустыне. Это будет их первый опыт и самая экстремальная съемка в их жизни. Я безумно волнуюсь, и поэтому сейчас мы подготовили для них самые интересные, самые яркие образы. Вы сейчас можете видеть на мне один из этих образов. Съемки в одной из самых красивых пустынь обернутся для участников сложным испытанием. Сделать ценные кадры в шикарных нарядах будет не так-то просто, ведь они столкнутся с 40-градусной жарой, песком и множеством различных трудностей. Ну что, мы завершили нашу модную примерку в доме дизайнера Ирины Кузнецовой. И сейчас я поеду в отель готовить наших моделей к завтрашней съемке. Вещи получились очень интересные, оригинальные, самое главное, очень тяжелые. Поэтому я надеюсь, что наши модели справятся с этой нелегкой ношей. Но сейчас мы будем готовиться ко сну, ужинать и, конечно же, дарить нашим моделям подарки от нашего модельного агентства Mary Way. Ну что, поехали! Наряды готовы, испытания придуманы. А пока наши участники не догадываются о предстоящих проверках на прочность, самое время заселиться в комфортабельные номера и набраться сил перед предстоящими трудностями. Нормальный номер, мне нравится. Я ожидала худшего, честно говоря. Но на самом деле спать еще рано, ведь впереди участников ждут подарки. Дорогие участники проекта Mary Way Model Show Dubai, как настроение? Супер! Отлично! Потому что сегодня ваш первый съемочный день. Мы прилетели из разных городов России. Я понимаю, что перелет был очень сложным и тяжелым. Но завтра вас будет ждать экстремальная фэшн-съемка в пустыне. Хочу вам выдать подарки от нашего модельного агентства Mary Way. Это шоперы и футболки для кастингов. Поэтому хочу вам вручить. Да. Спасибо. Поздравляю тебя с участием.
Всем привет, меня зовут Арина, мне 23 года. О карьере модели я не могла мечтать вообще никогда, потому что, в принципе, я была очень толстой, не стильной. И на протяжении полутора лет, когда я начала заниматься бизнесом, начала формироваться чувство стиля, и я увидела агентство Mary Way. И диалог с менеджером был достаточно легкий, прекрасный. Я прошла кастинг, и мне предложили полететь в Дубай. Я не смогла отказаться от этой поездки, потому что еще год назад я должна была оказаться в этом прекрасном городе, в этой прекрасной стране, но именно Mary Way дала мне возможность попасть здесь и быть здесь сегодня в этой прекрасной компании, поэтому Mary Way – это шаг в твою будущую мечту. Меня зовут Варвара, мне 14 лет, и с моделингом впервые я столкнулась около 6 лет назад, после чего активно уделила время школе, и моделинг оставила на втором плане. В 13 лет я решила, то, что без этого я жить не могу, и нашла модельное агентство Mary Way, подала заявку, попала на кастинг, и вот я здесь. Всем привет, меня зовут Екатерина Солунина, мне 21 год. Вот, о том, как я попала в модельное шоу, модельное агентство Mary Way, я просто сидела дома, мне нечем было заняться, в Инстаграме увидела рекламу, подала заявку, подумала, почему бы и нет. В итоге со мной связались, пригласили на кастинг, я пришла на кастинг и удачно его прошла. Таким образом, я попала в Mary Way. Привет, меня зовут Анастасия, мне 19 лет. В модельное агентство я попала под девизом «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Мне просто с детства была интересна эта тема моделинга, но у меня все никак не получалось. И когда мне предложили ехать на кастинг в Дубай, я просто сразу сказала «да». Всем привет, меня зовут Малик, мне 22 года. Модельный опыт у меня довольно-таки небольшой, всего 2 недели. Но я рад, что меня позвали уже на кастинг в Дубае. И показать себя, показать свои возможности. Я к тому же открыт ко всему новому. Вот. И я считаю, что если есть такая возможность, нужно ей пользоваться. Тем более она дается не каждому. И я думаю, что я справлюсь здесь вполне на пятерку. А как я попала в модельное агентство Mary Way? Мне написали в Инстаграме. Меня заинтересовало это предложение поучаствовать в кастинге. Я пришла, прошла этот кастинг и решила идти дальше. На самом деле, раньше не рассматривала сферу модельного агентства, потому что сама свою жизнь связала с медициной, по образованию я врач и вообще работаю в Роспотребнадзоре. Но я человек активный, я всегда хочу развиваться, хочу чего-то большего, и мне понравилось это. Я захотела пообщаться с новыми людьми, я захотела посмотреть новые города, и поэтому сегодня я здесь. Привет, я Дима, мне 19 лет. Я очень счастлив, что я попал в это модельное агентство, в агентство Mary Way. Я начал заниматься съемками совсем недавно, и для меня поездка в Дубай – это очень большой шаг навстречу моей карьере. Всем салют! Меня зовут Мария, и мне 21 год. Впервые об агентстве Mary Way я узнала на YouTube-канале, мне так понравились их видео, и потом я узнала, что у них, оказывается, проводится кастинг на шоу в Дубай. И тогда я поняла, почему бы мне тоже не попробовать, и тогда я рискнула, потому что я всегда хотела поехать за границу. А моделинг для меня – это что-то новое и что-то интересное, потому что вообще я занимаюсь музыкой и очень хочу себя попробовать в моделинге тоже, потому что для меня это очень интересно, и я хочу дальше в этом развиваться. Добрый вечер, меня зовут Валерия. Ровно через месяц мне будет 45 лет. В агентство Mary Way я попала абсолютно случайно, какой-то невероятный переворот моей судьбы. Мы были в Москве с дочкой, я приехала по делам, она со мной. И в момент, когда мы планировали уже уезжать, сделал все дела, ей звонит агент и приглашает ее на кастинг в Москве. И мы поехали же в этот же вечер. Дочка предложила мне тоже пройти кастинг, и меня взяли, потом были съемки, а сейчас я оказалась на Дубай-шоу. Это что-то невероятное, просто потрясающее. Всем привет, меня зовут Анастасия, мне 31 год, модельное агентство Mary Way, я попала случайно. Мне в Инстаграме написали с агентства и пригласили на кастинг. В этом агентстве Mary Way я узнала, что проходит кастинг в Дубае, а это моя самая заветная мечта побывать за границей именно в Дубае.
поэтому я пошла на кастинг, успешно его прошла и оказалась здесь. Всем привет, меня зовут Арина, мне 18 лет. 4 года назад мне пригласили на кастинг в модельную школу, и я решила попробовать себя в новой сфере. И когда я закончила, пошла туда, меня это очень сильно завлекло. Я этим стала как-то вдохновляться, заряжаться. И решила продолжить эту карьеру и нашла модельное агентство Mary Way. Я давно мечтала о съемках за границей, и когда я узнала, что Mary Way организовывает съемку в Дубае, я решила не откладывать свою мечту и подала заявку. Так я оказалась здесь. Что ж, знакомство и подарки позади. Теперь участников ждет самое интересное. Уже на следующий день им предстоит ранний подъем, занятие спортом, подготовка к тяжелой съемке, а также обучающий курс по мейкапу. Если ты тоже хочешь стать успешной моделью, подписывайся на наш инстаграм marivay.ru, ставь пальчик вверх на наших фотографиях, пиши в директ с пометкой «Хочу стать моделью», свой рост от груди, талии, бедер, 2-3 фотографии, и возможно, что именно ты скоро станешь будущей топ-моделью. С агентством Mary Way сотрудничают креативные дизайнеры и фотографы, стилисты, огромная команда визажистов и крупные клиенты. Mercedes-Benz Fashion Week, LaModa, Moscow Fashion Week, TSUM, Wildberries, Austin и многие другие крупные компании. Не упустите свой шанс и подай заявку уже сейчас. Model Show Dubai объявляется открытым! Ура!